Юрий Кузьмич Владимиров. Уникальный танцовщик. Не похожий ни на кого. Это, как я воспринимал его, по страстям, по силе, по мощности. Торнадо по его темпераменту. Он сметал все. Его «Весна священная» просто взорвала всю Москву. Юрий Владимиров – яркий представитель именно московской школы. «Па де труа» из того же балета танцуют Люба Серова, Таня Черкасская и Юра Владимиров. Его педагогом был легендарный танцовщик и педагог Алексей Николаевич Ермолаев, с которым, кстати, Юрий Владимиров и продолжил работу, будучи уже принятым в труппу Большого театра. Виртуозная техника. Какая-то необыкновенная совершенно экспрессия, страсть, удивительный совершенно порыв. И сразу же это проявилось, конечно же, на международном конкурсе артистов балета, где, собственно, и зажглась яркая звезда танцовщика Владимирова. Конкурс показал, что талантливые артисты балета соединяют живое и острое чувство современности с блестящим владением сложнейшим языком классического танца. Прыжки Юрия Владимирова справедливо называют фантастическими, невероятными. Танцовщик захватывает мощным темпераментом, дерзкой и неукротимой энергией. Он поразил Париж, но поразил исполнением блистательным. Они единственные, Юрий Кузьмич Владимиров и Нина Ивановна Сорокина, получили золотые звезды в Париже. Никто у нас, в Москве, никто их не имеет. Вершиной творчества Юрия Владимирова стал балет «Иван Грозный». Сила мышц предел имеет, правда, не у Владимирова, а сила духа предел не имеет. Вот у нее сочеталось, вы понимаете, потому поражало всех. Хочется пожелать ему вот такого творчества уже с учениками на долгие-долгие годы в стенах его родного Большого театра. Удачи ему, счастья и долгих лет жизни.